интересных уроков. Обязательно найти новых школьных друзей. И, конечно же, самые добрые глаза учителей, самые добрые сердца – это ваши первые учителя. Уважаемые родители, вы каждый год с волнением и трепетом провожаете детей в школу. Вам я хочу пожелать терпения, уважения к традициям школы, сотрудничества и, конечно же, большого внимания и много времени для ваших любимых детей. Уважаемые, дорогие мои коллеги, поздравляю вас с сегодняшним праздником. Хочется мне вам сказать, ваш профессионализм, оптимизм, терпение, любовь к детям, то, как вы отдаете себя без остатка своему нелегкому труду, это всегда пример для ваших учеников и залог их успеха. Я желаю вам новых творческих побед и профессионального роста. С праздником! С Днем Знаний! Вновь начинается учебный год. Снова мы все с волнением и трепетом войдем в наши светлые классы, сядем за парты. Все это повторяется из года в год. Вы никогда не забудете тот день, когда мы пришли в первый раз в первый класс. Семен, а ты помнишь, как это было? Да, помню. Я тогда был совсем маленький. Спешил в школу с огромным букетом цветов. Это был самый незабываемый день в моей жизни. А как ты думаешь, какие они наши нынешние первоклассники? А давай позовем. Давай. Встречайте наших первоклассников.